принесите мне его. Не бабник. Там, получается, сумма в долларах была. Чем-то есть разрезы. О, кстати, я имею силу. Илья, что это? Чемпионат и Кубок Украины завершились, и национальная сборная уже приступили к тренировкам и готовится к Евро. А 23 мая сборная проведет контрольный поединок против Бахрейна. Но топовые европейские чемпионаты как раз на финишной прямой. На этой неделе состоятся последние туры, и команды, которые не решили своих задач в чемпионате, подойдут к этим матчам с максимальной ответственностью. Это идеальное время для того, чтобы собрать уверенный экспресс. И я свой выбор остановил на таких матчах. Это победа Ювентуса против Болоньи, потому что Ювентусу однозначно нужно 3 очка, чтобы попасть в зону Лиги Чемпионов. И в матче Аталанта-Милан тотал голов больше 2. Ну и напоследок вам плюшка. Для того, чтобы не заряжать свои кровные, вы можете зарядить бонусные, которые вы можете получить только по нашей ссылке. Переходите в первый закрепленный комментарий, ищите там ссылку, кликайте на нее, регистрируйтесь в Паримач, пополняйте баланс, и в течение суток вам придет бонус до 2500 гривен. Не благодарите. От души в душу. Как раз у меня есть один, я не знаю, на всю жизнь его запомнил, не знаю почему. Короче, сидит наркоман на лавочке и, получается, там, ну, щелкает семечки. Такой щелкает. Там одна семечка упала просто на пол. Он такой к ней: иди сюда. Иди сюда. Она не идет. Он такой высыпает все семечки и говорит: принесите мне его. В шоке был, что вызвали. И, ну, я думал, так, поеду туристиком, ну, разведать просто обстановочку. А, получается, так начали ставить, чтобы там Франция была первая игра моя. И, получается, ставили, наигрывали, уже видел. И так, чуть не, ну так, мандража был, конечно. Волнительно для меня это было. С Францией еще дебютировать. Прям такого, что прям стал более уверенным, то не знаю. Ну как-то резко постепенно, ну не резко, да, резко, мне кажется, оно стало нормально. Вот вышел на поле, там, не знаю, может, первые минуты, когда там первое касание с мячом были такие волнительные, а потом пас первый отдал своему и все. По-моему, осенью, Триндецу. Не, и до этого не давал. Я тут, считаю, только начал играть, только-только. И сразу тут интервью, многих кто звали там, и многих кто предлагал, и я не хотел просто светиться, хотел только на футболе сейчас быть. Все внимание только на футбол, и не хотел там, чтобы раньше времени, как сказать, зазвездился, короче. Там много крутые тачки там. Ну, мне Уколы нравится, джип. Саня Андреевску тоже в порядке. И у Кенди. 911, по-моему. Главное, свою машину не говорит, потому что... Не, не знаю, может... А где пацаны деньги хранят? А, да я расскажу, пацаны, сейчас. У Геркулес, сразу вспомню. Я прям его досматривал. Ну, у нас кассета была дома, и прям засматривал ее до дыр. Мог там, не знаю, раз 5, наверное, в неделю посмотреть его. Так, и все, в принципе. Ну, то, может, у меня родители еще смотрели, наверное, его, я подхватил. О, кстати, я месил его. Ну, получается, ну, мы делали в этом, в тележке. Ну, засыпали цемент, песок, вода, щебень. И лопатой перемешиваешь это все. Где-то год назад, мы с папой дачу, мы там полы делали. То во время тренировок, ну, после тренировок ездил все время, там, выходные каждые. Бывало, да, накрикивал на меня. Ну, бывало там на игре просто, ну, ко всем так. Типа там, допустим, пас там не дал, не точно куда-то. И он, типа, такой кричит: что это? Типа, Илья, что это? А в раздевалке там, когда я, ну, в начале еще там внешне сыграл на Жора, помню, Зарё играли. И, получается, мяч слабо дал ему пас. И, получается, там, ну, Жора еле-еле выбил его перед нападающим, успел. И, типа, он напихал мне то, что, типа, никакой внешний. Тогда еще, ну, сложная была игра, и он в перерыве говорил мне: никакой внешний, только щекой. Не, ну, просто мне тогда так ногу подобрал, и было удобнее внешний. И просто слабо дал. Ну, и потом еще сборную, помню, тоже отдал внешний. Ну, тоже так получилось, что удобно было мне. И тоже слабо дал на Маколенко, когда с Финляндии. Тоже мне напихал после, ну, когда мы приехали. Уже после сборной мне говорит, типа, уже сколько раз тебе говорил, ты уже 7 месяцев у нас в команде,
ну, со мной работаешь, и все равно делаешь те же ошибки, типа, это непозволительно. Школа, в принципе, нормально. И, получается, доучивался я уже на нивках с пацанами. То, что там задавали, я домашку делал почти всю. До того, как перешел в ту школу, я был хорошист. Прям ниже, по-моему, ну, там, может, одна семерка была, остальное выше. 8, 9, 10. А потом там плохо закончил. По 10 класс, ну, в нормальной школе, там где нормальные дети. Ну, там тоже как бы нормальная школа, только у нас класс был, типа, только одних футболистов. Ну, сколько это, полтора года получился. Ну, так пришел, получается, в ту школу. Думал, сейчас, ну, знаниями какими-то буду чуть уже так получше, а на деле, ну, пришел, там уже и так, знаю, типа, та, динамовцы, та уже ничего не дают, та ничего не делают. Та и так и относились, в принципе. Самый сильный твой предмет? Самый сильный? Да нет, такого не было. Да нет, да, было сложно. Первое время, ну, даже я голову не мог поднять, чтобы там найти кого-то впереди. Я ближнему играл, мне было сложно, действительно. Получается, ну, у нас мистер там учил, мы только, получается, пришли. Ну, как он только пришел к нам, он нам там тактику рассказывал, как, ну, центральным защитникам, как нужно открыться. Там, допустим, если там принимать левый центральный, то там правому нужно по диагонали чуть вниз, чтобы у тебя было больше времени, и, ну, чтобы правильный угол. Знаете, чтобы у тебя было время принять и отдать. Тут уже там учат, а там-то тут требуют. То есть это более как запоминается. Когда тебя учат, ты это можешь, там, не знаю, запомнить, не запомнить, это уже твое дело. А тут именно тебя требуют, если так не будешь делать, то ты не будешь играть. Замотали. Наверное, вот этот как будет. На 13 тонн. Ну, либо вот этот. Либо этот. Давай так. Либо этот, либо этот. Пойдет? Пускай будет этот, с этой стороны. А ножницы есть или что? Ножич. Ты что, с разных много слоев намотали, блин? Что сразу зарисовали, заклеили суперклеем. Да не, у меня уже пальцы болят. А да, есть что? Чем-то есть разрезать. О, все. А, на 11. Или 16 это... С одной стороны 11, с другой 16. Ну, это на 16. 11. За вас намусорил. Вы уберете потом? Но Месси мне понравился больше. Он такой более как там, не знаю, мобильнее был. Все время так, когда у него мяч, он сразу там такой прям обострял. То есть, ну, лез, как обычно, к Месси. И, ну, мне он больше понравился как играть. Ну, он такой более маленький и, блин, против мелких сложнее. Они, получается, мобильнее. А Роналдо там корпусом, там еще. Я хоть с ним одного роста хоть нужно было. Хоть что-то, наверное, сделать. Подарки! Эти бутсы получит тот, кто выполнит два условия. Подпишется на мой инстаграм-канал и канал «От души в душ». Ссылки в описании. Да не знаю, в принципе, я считаю, у меня хорошее воспитание такое, не наглый, воспитанный, такой сдержанный, настойчивый. Дальше, ну, такой у меня добрый характер, доброе сердце, я считаю. Ну, вот это сдержанный, воспитанный, манерам научили там. Да он резкий получается, он штрафной опасен очень, он такой, знаешь, взрывной именно. У каждого свои особенности, вот, ну, вот у Марайса особенности, потому что он резкий, он типа вот штрафной очень хорошо отрывается. И, в принципе, у него хороший прыжок. С ним, ну, такое, считай, неприятное. С маленькими, там, не знаю, там, может, еще там, где-то там пожестче сыграло, там, сразу фол. А с большими он, типа, дает бороться. Типа, если там одинаково, там, по антропометрии, то дает бороться и, можно так сказать, легче. Конечно, спрашиваешь. Как-то, не знаю, там полочка такая была интересная. Получается, так в шкафу отодвигаешь ее, и там как ручка, вместо ручки, там просто такая досточка. Ну, типа, современный ремонт, все дела. И, короче, она оторвалась. Не знаю как. И я ее прикрутил шурупами. У меня папа агент. Получается, ну, все звонки, там, допустим, от других агентов, от, что, не знаю, от людей, которые там хотят не знаю чего, они, я говорю, типа, вот звоните сюда. И они с ним связываются, и он уже там решает, ну, отшить их. Или что там мне говорят. Только вот по поводу, наверное, что футбольного, что там, вот мы там хотим помочь, там,
мы знаем, у нас есть связи там за границей, давайте будем работать с вами. Типа такого. Папа сказал, что я, давай я тебя буду вести, но с тебя там 10%. Нет, ну это как это он так было шутит. Типа так, а так я просто помогаю. Папе машину. RAV4. Премия туда пришла. И я подарил с этой премией. Ну это как не только папе, это же семью. Папа выбирал, он какую хотел. Какая ему нравилась, то он и выбрал. Ну с Маратой, однозначно. Он хорошо так, блин, корпусом прикрывал, открывался. Он такой резкий. Прям только ты посмотрел, он уже убежал от меня. С ним, да, очень было сложно. Так. Спад выпер там. Спад выпер там. Сиреневенький, сиреневенький. Глаза выколупливаются. Ну, вроде бы как в порядке, а вроде бы не готов к взрослому футболу. Получается, вот сравнить игры за молодежку и за первую команду, это все разное. Прям все максимально. Вплоть до того, как ты должен мяч куда принимать, в какую зону. И, ну, просто у тебя меньше времени думать, получается. Тебе нужно как можно быстрее принимать решение. То есть, если на молодежном уровне, там, допустим, ты потерял, и ничего страшного, там потерял 10 раз, и команда противников потеряла 10 раз, то на этом уровне ты уже потерял, и соперник уже не теряет, он уже не дает тебе мяч, и вся команда бегает из-за тебя, потому что ты потерял. И это ответственность большая. Понятное дело, то, что тут и выше скоростя. Все даже быстрее бегают. Да, смешно. Не, бабником не назвал. Не, не бабник. Это уже стала такая. Слышишь? Да. С осени. После 18? Серьезно, 18 исполнится и после этого, да? Да. Именно ждали? Ну, ждали, да, получается. Ждали именно 18? А что, ну, типа, а раньше что вам мешало? Ну, не знаю, там, родители, может, не отпускали. Луческо у него на первом месте организация игры в обороне, всей команды прям идет, а потом уже атака. Луческо больше идет как контроль мяча. Типа, там, если закрыт фланг, ни туда не лезть, там, и разворачивать, искать свободные зоны. В принципе, у Андрея Николаевича тоже такое, только у него больше как вперед и атаковать. И в обороне, когда, в принципе, в обороне тоже, там, так сказать, подумать, то в обороне тоже. Там свои тактические моменты, то, что он говорит. Не знаю, не могу так сказать, что прям большой разницы, но оба хорошие тренеры, мне оба нравятся. Это, когда снимали первую квартиру, там, получается, сумма в долларах была. Ну, хочу, типа, такой думаю, сейчас я скажу меньше в гривнах, типа, сумму эту так, ну, поставим. Сумму, которая, чтобы она была меньше, типа, в долларах ты будешь, типа, больше платить, а в гривнах ты, типа, поставишь ее меньше. Я такой, типа, говорю сумму, а потом, ну, после этого перевожу, а там всего лишь, там, на 100 гривен дешевле по курсу тому. Я такой, а квартира не стоила своих денег тогда. Ну, дорого было. Ничего, полгода поживем, так и пожили, и съехали. Ну, даже давление может сильное, ну, как мне кажется. Со всех сторон надо нападающим нужно выходить и давать результат, забивать, там, цепляться. Его там раз не получилось, два не получилось, это уверенность потерял, и уже сложно вернуться. Ну, сейчас кому давал шанс, получается, его выходил и, получается, играл на себя. Как он много раз-то говорил, что он на себя играет. Ну, понятно, ты выходишь там на минут 15. Что ты, в принципе, что тебе еще делать? Надо там показывать себя. И там бывало то, что он мог пытался там обыграть, одного обыгрывал, и на втором терял там. И из-за того контратаки были, это участку не нравилось. Ребят, хочу подарить вам эту футболку. Подарю ему тому, кто правильно ответит на мой вопрос. Мой вопрос таков. Кто мой самый любимый рэп-исполнитель? Свои варианты ответов пишите в комментариях под этим видео и обязательно подписка на канал «От души в душу». Илья Забарный, «От души в душу». От души в душу!